районного совета депутатов поздравить вас с этим великим праздником, Днем Победы. Май 45-го года принес долгожданное счастье и мир в семьи наших предков. И сегодня мы, нынешнее поколение, обязаны и чтим память о тех людях, которые достали нам эту победу, восстановили из руин нашу страну, нашу малую родину, где мы сегодня живем и работаем под мирным небом.